Мы в Санта-Крус с вами, друзья. Здравствуйте. Пришли мы прогуляться по... Называется это верфь, но я бы пирсом назвал вот так, как бы, если так совсем уж по-русски. Видите, удочка кто-то оставил, рыбку ловит. Там есть народ, который рыбку ловит. Вот мы оттуда приехали. Я здесь запарковался, и мы пошли просто взять какой-нибудь еды, покушать. С друзьями мы немножко так сегодня гуляем. И... А у нас строители работают там на даче, поэтому мы должны быстро вернуться. Поэтому здесь мы кушать не будем. Хотя, видите, как красиво, такой прям как корабль, такое место. Там, кстати, очень здорово, особенно вот на втором этаже и на первом. Очень-очень-очень хорошее место. Будете на пирсе в Санта-Крус, приходите. А у нас там вот есть наша компания, расположилась чуть ниже. И там просто торгуют с борта, можно сказать. Торгуют на вынос. Да, вот у нас тут такое место. Мы взяли. Лёва, что мы взяли? Ой, мы взяли галлон крем-чаудра супа. Галлон, вау. 5 fish and fries. Слушай, это прямо такой галлон из-под майонеза, смотри. И чего? И 5 fish and fries. Ага, fish. Так что, друзья, мы тут еще супчик клэм чаудер. Я уже вам говорю, как придешь к океану, так сразу берешь клэм чаудер. Ну, в банке из-под майонеза, там галлон. Ну, это кто сколько съест, знаете, как было. Вы видите, друзья, с 37-го года на этом месте можно зарядиться галлоном супа клэм чаудер. То, что вы слышите, друзья, это морские львы орут. А то, что вы видите, это парк аттракционов. Да, и там вот песочек. Они так как-то смыкаются. Называется Boardwalk. Значит, в Санта-Крузе есть Boardwalk. Это вот много-много аттракционов. Мы, на самом деле, там даже как-то снимали. Специально садились на аттракционы и снимали. Скажите, друзья, вы слыхали, как... кричат ластоногие. Как кричат они. Вот, пожалуйста. Беспокойный народ. Беспокойный. А вот чайка, пожалуйста, не орет. Но ей тоже хорошо. Видно, что она, что называется, enjoy life. А тут вот рядышком еще одна есть. Давайте посмотрим. Вот, пожалуйста. And he was so happy.